Привет, мои дорогие! Вы находитесь на канале Тамарина Кухня. Сегодня приготовим вот такие очень вкусные и сытные ленивые беляши. Куриное филе пропускаем через мясорубку. Одну головку репчатого лука и одну дольку чеснока также пропускаем через мясорубку. Добавляем соль и черный молотый перец по вкусу. Все хорошо перемешиваем и наш фарш для ленивых беляшей готов. В теплый кефир высыпаем соль, сахар и соду. И все хорошо перемешиваем. Просеянную муку добавляем в несколько этапов, все хорошо перемешиваем. Тесто у нас должно получиться не жидким и медленно стекать с венчика. И теперь наше тесто отправляем в заранее подготовленный фарш. И все перемешиваем до однородной консистенции. Обжариваем наши ленивые беляши с двух сторон на среднем огне до золотистого цвета под закрытой крышечкой. Готовые беляши выкладываем на бумажное полотенце, чтобы ушло лишнее масло. И таким образом обжарим все наши беляшики. Когда совсем нет времени возиться с тестом, приготовьте такие ленивые беляши. И ваши близкие обязательно оценят это блюдо. Дорогие мои, готовьте вкусно, готовьте с удовольствием, радуйте себя и своих близких. И не забывайте подписываться на мой канал Тамарина Кухня и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. Всех обнимаю и всем пока-пока!